창세기 1장 27절에서 28절 2절 말씀입니다. Да, вот вы видите на экране два стиха, 27, 28. 창세기 1장 27절, 28절입니다. Бытие 1, 27, 28. 네, 2절 말씀. 러시아 말과 한국말 да. 동시에 Давайте одновременно. 예, 읽도록 하겠습니다. Прочитаем. 시작. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Аминь. 지난주에는 구원의 길에 대한 말씀을 나눴습니다. На прошлой неделе мы с вами разбирали слово путь спасения. 아, 지난주죠. Да. На две недели назад. 네. 구원의 길에서 가장 첫 번째 우리가 생각해야 될 것은 원래 인간의 모습입니다. Когда мы говорим о пути спасения, самое первое, о чём мы говорим, это изначальный человек. 인간은 영적인 존재죠. Человек это духовное творение. 하나님과 함께 해야 행복한 존재입니다. Это творение, которое должно быть счастливо, пребывая вместе с Богом. 그래서 오늘 제목은 내가 너와 함께 하리라. Поэтому сегодняшняя тема я пребуду с тобой. 창세기 1장 27절에서 28절입니다. Бытие 1 глава 27, 28 стихи. 오리 새끼가 한꺼번에 많이 태어났어요. 오리 새끼. Да, значит, есть же сказка про гадкого утёнка, знаете, да? 오리 알죠, 오리? Вы знаете, утята есть, да? Квак-квак 하는 오리. Да, вот так делают. 근데 그 중에서 오리 하나가 생긴 것도 좀 다른 거예요. Значит, родилось много утят, и один из них отличался. 색깔도 좀 달라요. Цвет другой и выглядит по-другому. 시간이 갈수록 다른 오리 새끼들하고 모습이 달라요. И вот проходило время, утята растут, а у этого утёнка всё было как-то по-другому выглядел он. 그래서 왕따를 당했습니다. 왕따. И потом вот его начали называть гадким, гадкий утёнок. 근데 이 오리가 나는 왜 이렇게 생겼을까? 이러면서 슬퍼했어요. И вот этот утёнок он подумал Почему я такой? И из-за этого опечалился. 근데 어느 날 강에 있는데 저 멀리에 보니까 백조 알죠? 백조? Swan. 백조가 무리를 지어서 날아가는 거예요. И вот однажды вот этот утёнок плавал по реке и увидел, как журавли тоже плавают. 근데 물에 비친 자기 모습을 보니까 저 백조하고 내가 똑같이 생겼어. А потом он посмотрел в отражение воды, посмотрел на журавли и видит похожее отражение. 비로소, 아, 내가 오리가 아니고 백조였구나, 알게 된 겁니다. И потом он понял, а, оказывается, я не утёнок, я журавель. 그래서 멋있는 날개를 펴서 오리보다 훨씬 아름다운 백조 무리 속으로 들어갔어요. И вот потом он стал уже таким красивым журавлём, даже красивее, чем вот эти утята. 그 덴마크의 어떤 글 쓰는 사람이 만든 스토리입니다. Вот эта история, эта сказка, которую написал один писатель из Голландии. 뭐 러시아 말로는 어떻게 되는지 모르겠는데 미운 오리 새끼 여러분 아시죠? Да, ну вот у нас такая тоже сказка есть, это гадкий утёнок называется. 무슨 말이냐? О чём здесь говорится? 있어야 될 자리가 있다 이 말이에요. Говорится о том, что у каждого есть своё место. 백조가 오리 속에 있으면 백조가 훨씬 아름답지만 이상한 백조가 돼요. Значит, если есть какой-то утёнок, но он должен быть в другом месте, если он находится не на своём месте, то ему будет нехорошо. 세상 모든 것에는 자기가 있어야 될 자리가 있습니다. Так же самое, в этом мире у всего есть своё место. 물고기는 물에 있어야 행복하죠. Вот когда рыба находится в воде, тогда она счастлива. 물고기가 물이 싫다고 물을 떠나면 그때부터 고생이 시작됩니다. А если рыба скажет, Ани, я не люблю воду, покинет воду, с того момента начинаются все страдания. 나무가 땅이 싫다고 떠나면 말라 죽어버리죠. Если дерево говорит, не, я не люблю быть в земле,
из коренной земли, оно засыхает и умирает. 물고기한테는 물이 전부예요. Значит, для рыбы вода это все. 물 안에 다 있습니다. Потому что в воде для рыбы все есть. 맞잖아요. Правильно? 먹을 것도 있고 잠잘 것도 있고 다 있습니다. То есть, что кушать, где отдыхать, все есть. 나무도 땅에 다 있어요. Так же самое для дерева в земле все есть. 여러분, 갓난애기들 아시죠? 갓난애기. Newborn baby. 아, да, да, да. Значит, вы знаете новорождённые, да? Есть. 엄마 품에 있으면 모든 게 있어요. Когда ребёнок находится вместе с мамой, для него всё есть там. 배고프면 젖을 주죠. Да, если он голодный, то мама сразу кормит. 잠 오면 재워 주죠. Если хочет спать, мама его да вот так вот поносит. 예. 엄마가 전부입니다, 애기한테는. То есть по сути, для ребенка мама это все. 근데 이 애기가 나 이제 엄마 싫어. 엄마를 떠나면 어떻게 되죠? А если ребенок скажет: "Аня, мне мама не нравится", уйдет от мамы, что с ним произойдет? 배고프면 울어도 젖을 줄 사람이 없어요. Значит, если даже он голодный и плачет, некому будет его накормить. 그러면 뭐 손에 집히는 거 아무거나 빨겠죠. Поэтому дети, они берут все, что попало, и в рот тащут. 잘못 먹으면 애기 죽습니다. А если он будет кушать все, что попало, тогда он может умереть. 이게 똑같은 거예요, 인간. Вот так же самое, человек, так же самое. 인간이 하나님을 떠나서 아무거나 잡아서 빨다, 이걸 보고 종교라고 합니다. Когда человек отходит от Бога и что попало берет в себя, вот это называется религия. 죽는 거예요, 거기서. Из-за религии умирает человек. 인간에게 자리가 있다. У человека есть место, где он должен находиться. 인간이 하나님을 떠나서 하나님이 싫다고 하나님을 떠나면 죽습니다. Человек, который должен быть вместе с Богом, если он не любит Бога, уходит от Бога, такой человек умирает. 제가 오늘 2부 예배 드리면서 깜짝 놀랐거든요. Вот я когда преподносил богослужение, которое только что было, я удивился. 준비했던 메시지, 여러분에게 나누려고 했던 메시지를 목사님 똑같은 얘기를 하시더라고요. Вот то послание, которое я вот планирую с вами сейчас поделиться, пастор то же самое об этом сказал. 이 시대가 어떤 시대입니까? В какое время мы сейчас с вами живем? 하나님 없다라고 하는 시대죠. В эпоху, когда люди говорят, Бога нет. 그런 사람들 보고 무신론자, атеист라고 합니다. Вот таких людей мы называем атеист. 그래서 시편 53편 1절에 보면 어리석은 사람들이 하나님이 없다라고 말한다. Да, и вот Псалом 13 сказано, сказал глупец в сердце своем, Бога нет. 여러분, 인간은 영적인 존재예요. Человек является духовным творением. 하나님을 떠나는 순간 인간에게 있던 생명이 없어져 버렸어요. В тот момент, когда человек уходит от Бога, человек теряет жизнь вечную. 그래서 이제는 한 번 죽어야 되는 존재가 됐습니다. И потом он становится человеком, который однажды умрет. 태어날 때부터 죽은 영혼을 가지고 태어나요. 그러면 с вами человек с момента рождения уже имеет вот этот дух смерти. 그래서 죽은 영혼을 가지고 살다가 죽으면 영원한 죽음을 맞이하는데 그게 지옥입니다. Я прошу прощения. Человек уже рождается с мертвым духом, потом живет и идет потом в место, где будет вечная смерть. Это ад. 그럼 이제 뭐 해야 돼요? Поэтому как надо поступать? 물고기가 물을 떠나서 죽기 전에 뭘 해야 됩니까? Если рыба покинула воду и вот-вот умрет, что ей надо сделать? 나무를 뽑았는데 이게 지금 죽어간단 말이죠. 어떻게 해야 돼요? Вот дерево вытащили из земли, вот оно вот-вот скоро умрет. Что надо с ним сделать? 다시 물에 들어가야죠. Вот рыбе надо быстро опять в воду пойти. 다시 나무를 땅에 심어야죠. 아, дерево надо быстро опять посадить в землю. 여러분이 하나님을 떠나서 살면 물 떠난 물고기가 됩니다. Вот если вы живете без Бога, вот то же самое, что рыба живет без воды. 여러분은 백조인데 오리 사이에서 살고 있는 거예요. Вот то же самое, вы как вот тот гадкий утенок, вы не на том месте находитесь. 하나님께로 돌아가야 됩니다. То есть надо сейчас вернуться к Богу. 하나님께로 돌아가서 하나님과 함께 있는 것이 우리의 자리예요. Когда мы с вами возвращаемся к Богу и живем вместе с Богом, это и есть наше с вами место. 그 길은 이 세상에 딱 하나 있는데 바로 그리스도입니다. Есть один путь вернуться к Богу, это есть Христос. 그리스도로만 원죄의 문제가 해결된다. Только через Христа решается проблема первородного греха. 하나님 자녀가 불신자처럼 살면
고생해요. А если чадо Божье будет жить как неверующий, будет страдать. 백조가 그 멋있는 백조가 오리 속에 있으면 고생한다니까요. То есть если вот этот гадкий утёнок находится среди утят, не на своём месте, он будет страдать. 우리는 세상 사람들처럼 경쟁에서 이기는 사람들이 아닙니다. Мы с вами не те люди, которые как неверующие должны жить, соревноваясь в этом мире. 하나님 자녀는 안 싸우고 이기는 사람들이에요. Кто такое чадо Божье? Без сражений, без войны, без соревнований мы можем побеждать. 하나님 자녀는 복음으로 살아야 돼요. Потому что чадо Божье, он живёт Евангелием. 하늘에서 떨어지는 축복으로 살아야 돼요. То есть чадо Божье получает благословение, которое приходит с неба и живёт этими благословениями. 근데 하나님 자녀가 그렇게 안 살잖아요. Но чадо Божье так не живут. 여러분 지금 힘들잖아요. Вот вам так же самое сейчас тяжело, правильно? 이유가 뭐겠어요? Причина, почему вам тяжело? 하늘의 축복으로 살아야 되는데 자꾸 내 것으로 산다니까. Потому что надо жить Божьими благословениями, а я часто живу своими силами. 마태복음 6장 33절에 분명히 하나님이 약속하셨어요. Матфея 6:33 Бог он дал нам обещание. 먹을 것 걱정하지 마라. Не переживай, о чем кушать. 마실 것, 입을 것, 무슨 옷 입을까 걱정하지 마라. Вообще не переживай, что одеваться, что пить. Вообще об этом не переживай. 그거 자꾸 나한테 기도하지 마라. Время с вами мне Бог говорит об этом не молись. 네가 그의 나라와 의를 구하면 이런 것들은 내가 다 줄 것이다. Но если ты будешь искать царство небесного и правды его, тогда все вот это я дам тебе. 여러분이 하늘 나라의 축복을 누리는 것이 살아가는 방법이에요. Послушайте, для нас метод жить это наслаждаться благословениями, которые с неба приходят. 만약에 하나님이 여러분과 함께 하지 않는다면 경쟁하면서 살아야 됩니다. Послушайте, если Бог будет пребывать с вами, тогда у вас появятся и финансы, и сможете жить. 혹시 하나님 안 믿는 분 있으면 지금부터 열심히 사세요. Вот те люди, которые не верят в Бога, вот с сегодняшнего дня так усердно живите. 근데 하나님 자녀가 내 힘으로 하면 불신자한테 집니다. А если чадо Божье живёт своей силой, то он проигрывает неверующему. 하나님은 하나님 자녀가 그렇게 살면 실패하도록 만들어 놨어요. Другими сатана? 하나님 자녀가 불신자처럼 살면 네. 실패하도록 하나님이 만들어 놨습니다. Значит, как Бог сделал? Бог сделал так, что если чадо Божье живёт как неверующий, то он приходит к поражению. 여러분 혹시 능력 있습니까? У вас силы есть? 그래도 하나님 능력으로 하세요. Но тем не менее, живите всё, делайте Божьей силой. 그런 능력이 하나님께는 필요 없다. А есть люди, которые говорят: "А, мне Божья сила не нужна." 내가 할 수 있는 일이든 내가 못 하는 일이든 하나님 능력으로 해야 됩니다. Но на самом-то деле, могу ли я что-то сделать или не могу я что-то делать, всё надо делать Божьей силой. 전부 복음 안에서 하란 말이에요. Другими словами, я хочу вам сказать: делайте всё внутри Евангелия. 그러면 평안해져요. Тогда вы будете в мире находиться. 모든 일에 승리하게 되어 있습니다. Тогда вы будете во всём побеждать. 저는 그렇더라고요. Вот я так же сама. 제가 좀 할 줄 안다고 했는 일은 실패합니다. Вот если я, ну, ко мне приходит мысль: "А я вот это могу сделать", не получается. 근데 못 할 것 같은 일은 기도하거든요. Но вот если у меня что-то не получается, я молюсь за это. 지나고 보면 내가 못 할 것 같아서 기도한 일이 승리하게 돼 있어요. И получается, проходит время, и я вижу то, что я не мог сделать, но за что я помолился, получилось это. 하나님 자녀는 하나님 안에서 있는 축복으로 살아가라. Чада Божие. Наслаждаясь благословениями внутри Бога, так живите. 그래서 여러분 마지막으로 기억할 게 있습니다. И последнее, что вам необходимо помнить. 복음으로 행복한 사람이 되세요. Станьте человеком, который счастлив из-за Евангелия. 하나님 밖에서 찾으려고 하지 마세요. 아니 시티 вне Бога других вещей. 복음 밖에서 기쁨을 찾으려고 한다? 실패합니다. Если вы будете внутри Евангелия во что-то глубоко укореняться, вот из этого придёт поражение. 복음 밖에서 기쁜 거를 찾으면 그게 여러분 영혼에 독이 돼요. Если вы будете вне Евангелия что-то искать, тогда это будет отравлять вашу душу. 그걸 보고 우상이라고 합니다. Вот это мы называем идол, идол. 사람이 만들어 놓은 사람 모양만 우상이 아니라 не то что вот человек там что-то создал какой-то истукан и вот это идол. 복음 밖에서 찾은 기쁨이 우상이에요. Если я ищу какую-то радость вне Евангелия, вот это есть идол. 그래서
여러분, 복음 때문에 제일 행복한 사람이 되세요. Поэтому вы станьте людьми, которые из-за Евангелия самые счастливые. 여러분이 정시기도 하잖아요. Вот смотрите, у нас есть молитва в определённое время. 이 시간을 어떻게 만드냐? Вот как мне сделать молитву в определённое время? 제일 편안하고 하루 중에 제일 행복한 시간으로 만드세요. Вот найдите время в течение дня, когда вы самые спокойные, и вот тогда сделайте это счастливым временем. 지난번에 그 얘기 한번 했죠. Вот я вам тоже в прошлый раз об этом говорил. 어떤 분이 깡패 출신인데 깡패 알죠? Gangster, bully. 그 사람이 마약을 하던 사람이 마약. Значит, вот был один преступник, и вот он принимал наркотики. 근데 마약을 계속 하다 보니까 삶이 무너지는 거예요. И вот он по мере того, как постоянно принимал наркотики, он увидел, что моя жизнь сейчас разрушается. 그래서 아 나는 마약을 하면 죽겠다 싶어서 절에 가서 살았습니다. 절. И вот он подумал, нет, если так пойдет, то я точно умру, и он пошел в специальный храм, пошел. 제가 아는 분 얘기예요. Вот я сейчас говорю о своем знакомом. 그래서 세상 사람들과의 연락을 끊고 거기 숨어서 살고 있는데 자기 동생들, 아는 동생들이 마약을 들고 찾아오는 거예요, 절에. И получается, он стал монахом. А что значит монах? Он полностью обрубил все контакты, спрятался. И потом он узнал, что его знакомый, его брат, пришел к нему с этими наркотиками. 형님, 여기 있었습니까? 하면서 마약을 갖다 주는 거예요, 또. И вот этот брат приходит к нему и говорит, брат, вот я тебе принес наркотики. 이게 해결이 안 돼. 해결할 수가 없어요, 이거. Ну, то есть он понял, что проблему с наркотиками так не решит просто. 그러다가 이분이 복음을 받았어요. 복음. Но потом вот этот человек, он принял Евангелие. 예수님을 만났. Другими словами, он встретился с Иисусом. 인생의 답이 된 거예요. И он нашел ответ для своей жизни. 그랬구나. 내 인생이 복음이 없어서 이때까지 이렇게 왔구나. 아, оказывается, у меня Евангелия не было в жизни, поэтому я дошел до такого состояния. 은혜를 너무 많이 받아서 RTS를 가게 됐어요. RTS. И вот он получил благодать и даже пошел в духовную семинарию. 근데 문제는 이제 1학년이잖아요. 1학년 학교 다니는데 아직 내가 마약을 못 끊었어요. 못 끊었어요. 아, значит, но вот он в чём проблема? Он первокурсник, но до сих пор у него была вот эта жажда принять наркотики. 그러니까 마약하는 신학생이에요. 마약하는 신학생. То есть вот он стал семинаристом, который принимает наркотики. 가능한 얘기입니까? Как вы думаете, вообще это такое возможно? 뭐 그럴 수도 있죠. Ну, такое бывает. 아직 못 끊었으면. То есть, ну, еще не бросил наркотики полностью. 1학년 안 끊어져. 1학년 동안. И вот в течение первого курса принимал наркотики. 2학년 안 끊어져요, 아직. И во время второго курса не может бросить наркотики. 3학년이 딱 됐는데 어느 날 마약이 끊어진 거예요. И вот когда он стал уже студентом третьего курса, однажды он так внезапно бросил наркотики. 그래서 제가 물어봤습니다. И вот я спросил его. 아니, 그렇게 끊기 어려운 마약을 어떻게 끊었어요? А как это, ну, вообще-то так не просто бросить наркотики. Как у тебя получилось? 자기도 잘 모르겠대. И он говорит, я сам даже не знаю. 근데 이거는 확실하다 하면서 얘기해 주더라고. Но он говорит, ну, точно тебе с уверенностью скажу одну вещь. 복음이 너무 좋으니까 마약 생각이 안 난대요. Когда мне нравится Евангелие, мне мысли о наркотиках даже не приходят. 이 복음 때문에 행복해지니까 그게 마약을 이긴다는 거예요. То есть он говорит, я бросил наркотики, потому что я был счастлив из-за Евангелия. 저는 안 해봐서 모르겠지만 그게 복음의 능력이다 생각합니다. Я, конечно, не видел это все, как происходило, но я думаю так. Это сила Евангелия. 하나님 약속이에요. И это обещание Божье. 내가 너와 함께하리라. Я пребуду вместе с вами. 임마누엘로 가장 행복한 사람. Человек, который счастлив из-за Иммануила. 24시 임마누엘을 누리는 사람. Человек, который наслаждается тем, что Иммануил вместе с ним 24 часа. 여러분, 그런 사람 되세요. Вот вы станьте такими людьми. 그 안에 있으면 갈등 있으면 답으로 보입니다. Если вы будете такими людьми, даже если у вас будут конфликты, внутри конфликта будет ответ. 염려 생기면 감사로 바뀌어요. И если даже ко мне придут беспокойства, выйдет благодарность. 이걸 못 누리면 사울 왕처럼 됩니다. 사울. А если вы не сможете наслаждаться Евангелием, тогда будете как царь Саул. 사울이 어떤 인생입니까? Как жил царь Саул? 경쟁에서 이기려고 하잖아요. Он постоянно этот соревновался с другими. 저 다윗이 지금 잘 나가고 있는데 저걸 죽여야 되겠다. Вот он так подумал, а вот тут есть один там Давид.
Вот он мне как соперник, надо его убрать, убить его. 근데 다윗은 반대 인생을 살았죠. Но царь Давид, он, ну Давид, он наоборот, он жил противоположной жизнью. 여호와가 내 목자니까 부족한 게 없다 했습니다. Он так говорил: Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. 진짜 이 힘을 누리는 사람은 경쟁할 필요도 없어요. Значит, люди, которые наслаждаются Евангелием, им не надо соревноваться с другими людьми. 사람하고 갈등할 필요도 없습니다. И нет причин конфликтовать с людьми. 사람은 어떤 거냐? А как люди поступают? 내가 섬겨야 될 사람. 내가 섬겨줘야 돼. 아, наоборот, я становлюсь человеком, который служит другим. 내가 도와줘야 되는 게 사람입니다. И я становлюсь человеком, который помогает другим. 싸울 대상이 아니다 이 말이에요. То есть люди это не объект ссоры. 그게 진짜 능력 있는 사람이에요. Вот это действительно человек, у которого сила есть. 내가 실력이 좋아서 다른 사람을 이기는 게 아닙니다. Не то, что вот я такой способный и своими способностями я помогаю другим. 그 사람은 진짜 능력 있는 사람이 아니에요. Ну, на самом деле такой человек это не сильный человек. 안 싸우고 이기는 게 진짜 이기는 사람이다. Кто такой человек, который побеждает, который не воюя побеждает? 다른 사람을 이기는 게 아니라 살리는 사람이다. Не то, что я побеждаю другого человека, а я спасаю другого человека. 그런 사람을 보고 서밋이라고 합니다. Вот такого человека мы называем саммит. 하나님과 함께하면 서밋이 돼요. То есть можно стать саммитом, если быть вместе с Богом. 여러분, 이 서밋의 축복 누리게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Благословляю именем Господа, что вы наслаждались благословением саммита. 마지막으로 성경을 한 군데 봅시다. И напоследок посмотрим с вами одно место из Писания. 요한복음 7장입니다. Иоанна 7 глава. 요한복음 7장 38절. 아, 37절, 38절 두 절 읽어 봅시다. Давайте посмотрим Иоанна 17 глава, 37, 38 стихи. 요한복음 8장 37절 38절. 요한복음 7장 8장 37절 38절. 이아나 8 глава 37 38. 아, 죄송합니다. 7장 37절 38. 제가 8장이라 했습니까? 네. 7 глава 37 38 стихи. 예. 7장 37 38. 네. 찾았습니까? Нашли? 네. 우리 한국말, 러시아말 동시에 읽어 보겠습니다. Давайте прочитаем. 시작. В последний же великий день праздника стоял Иисус и провозгласил, говоря: кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Аминь. 여러분이 그리스도 안에 있는 생수를 마시면 그게 흘러넘쳐요. Послушайте, если вы выпьете воду, которая находится во Христе, из ваших уст потечет река живой воды. 여기서 물이 흐르면 어떻게 되겠어요? Вот если здесь, например, сейчас будет течь река, что будет? 저 사람이 물에 젖겠죠? 저 사람. You're gonna be wet. 아, да, допустим, если здесь течет река, тогда я буду мокрый. 이게 전도입니다. Вот это и есть проповедование. 내 안에 생수의 강이 흐르는 거예요. Вот из меня постоянно выходит реки воды живой. 성령이 충만해지는 거예요. Другими словами, я преисполняюсь Духом Святым. 그럼 이게 넘쳐서 저 사람한테 갑니다. Поэтому другой человек из-за меня становится мокрым. 여러분이 이 축복을 누리면 반드시 전도의 축복 누리게 돼 있어요. Вот если вы будете наслаждаться благословением, что Бог пребывает с вами, благословение проповедования получается. 이게 어디까지 흘러가냐? И докуда оно будет течь? 여러분 가정 속으로 들어갑니다. Вот первое, в вашу семью будет течь. 여러분이 일하는 직장에 흘러가요. Потом течь на то место, где вы работаете. 더 흘러면 어디까지 가냐? И потом куда еще будет течь? 저 237까지 흘러갑니다. До 237 стран мира. 그걸 보고 세계 복음화라고. Вот это мы называем всемирная евангелизация. 그래서 세계 복음화는 여기서 시작되는 거예요. Поэтому всемирная евангелизация начинается вот отсюда. 임마누엘을 누리는 결과 세계복음화까지 간다. Значит, что такое всемирная евангелизация? Это результат наслаждения Иммануила. 하나님이 함께하는 이 축복 누리게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Благословляю именем живого Господа, чтобы вы могли наслаждаться благословением этим. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 은혜를 감사합니다. Бог, спасибо тебе за благодать. 하나님이 우리와 함께하시겠다는 약속을 붙잡게 하옵소서. Господь, помоги нам держаться за обещание, что ты пребываешь вместе с нами.
우리는 영적인 존재이기 때문에 하나님과 함께함을 기억하게 하소서. Господь, помоги нам всегда помнить, что мы являемся духовным творением, и нам необходимо жить вместе с тобою. 날마다 24시 임마누엘 누릴 수 있도록 인도하옵소서. Пожалуйста, веди нас, чтобы каждый день 24 часа в сутки мы могли наслаждаться Иммануилом. 주님께 예물을 드립니다. Господь, мы приносим тебе наши пожертвования. 237 나라와 숨겨진 5천 종족 살리는 데 쓰이게 하옵소서. Пусть эти пожертвования будут использованы, чтобы спасти 237 стран. 부족하지만 하나님께 드린 모든 가정에 빛의 경제를 회복하여 주시옵소서. Господь, пожалуйста, пусть на все семьи, которые принесли пожертвования, сойдет благословение финансов света. 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 и теперь великая благодать 예수사 그리스도 하나님의 크신 사랑과 великая любовь Бога Отца 성령의 충만하심이 действие Духа Святого 오늘 하나님과 함께하는 임마누엘 축복 누림으로 237 살리기 원하는 이 자리에 모인 모든 하나님의 사람들 머리 위에 над всем народом Божьим, которые будут наслаждаться благословением Иммануила и спасут весь мир 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 앞으로 будет сейчас и во веки. 아멘.